лорд и художник Гольбейн. Художник Гольбейн много лет работал при английском дворе. И многие представители английской знати хотели иметь портрет работы Гольбейна. Один из английских лордов настолько досаждал художнику, что тот, не выдержав, спустил его с лестницы. Обиженный лорд бросился с жалобой к королю Генриху. Король Генрих, выслушав жалобу своего лорда, ответил ему: «Милорд, вы угрожаете, что если что, вы убьете Гольбейна, защищая свою честь. Так я запрещаю вам делать это, ибо я могу взять 7 мужиков и сделать из них 7 лордов, таких же, как и вы. Но даже из 7 лордов, таких, как и вы, я не смогу сделать одного Гольбейна».